Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Очень часто человек с буквой Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Владельцы этого имени обладают высоким интеллектом, творческими способностями. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Обнаружив, что ими манипулируют, владельцы этого имени становятся страшны в своем гневе. Тем, кто пытается играть на слабых струнах их души, лучше вовремя унести ноги. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывают с упрямством и упорством. Немало проблем людям с этим именем доставляет их необузданный воинственный характер. Они часто беспричинно вспыльчивы, импульсивны, редко считаются с чужим мнением и уж точно не допустят стороннего влияния. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределом мечтания этого имени. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.